Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас QLED-телевизор Samsung 55Q6F 2018 года выпуска. Модель относится к топовой линейке Samsung. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц, Q-цвет, более миллиарда оттенков. Смотрите ваши любимые фильмы, передачи, шоу и наслаждайтесь естественными, точными и живыми цветами. Теперь вы сможете уловить тончайшие оттенки цвета в каждой сцене и ощутить себя участником происходящего на экране. Цветовой объем Q6F 2018 составляет 100%, то есть телевизор исключительно точно воспроизводит максимальное количество цветовых тонов, которые вы видите на экране. Q-контраст – непревзойденное удовольствие от просмотра независимо от внешнего освещения. Наслаждайтесь мельчайшими деталями даже в самых темных сценах. Благодаря технологии Q-контраст вы увидите изображение во всех деталях, даже если в комнате яркое освещение. QHDR Elite HDR 10+. Чем больше диапазон яркости и контрастности обеспечивается технологией QHDR Elite, являющейся дальнейшим развитием технологии HDR 10+, тем больше деталей изображения вы сможете различить. Теперь вы увидите такие детали в самых темных и светлых участках изображения, которые были недоступны ранее. Большой рабочий ресурс. Телевизоры QLED используют технологию квантовых точек, Quantum Dots, представляющих собой мельчайшие шарики неорганического вещества. Это означает, что экран QLED телевизоров не подвержен со временем эффекту выгорания, благодаря чему удивительная палитра цветов и детализация изображения будет оставаться неизменной в течение многих лет. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра QLED-контента с данной модели телевизора 232 сантиметра. Видеть изображение, а не детали корпуса телевизора. Убедитесь сами, как телевизор может повысить уровень ваших ощущений от просмотра благодаря изысканной элегантности и утонченного стиля. Дизайн 360. Насладитесь высоким качеством контента на роскошном экране. Эффектный минималистичный дизайн 360 телевизора не отвлекает вас от происходящего на экране. ТВ-экран как новый элемент дизайна. Черные экраны перестали быть нормой. Наполните гостиную декоративными элементами с режимом Ambient. Раздел «Декор». Загрузите на экран телевизора интерактивно меняющийся цветовой фон, гармонично дополняющий интерьер вашей комнаты. Информация. Получайте ежедневно информацию о погоде, температуре и новости с помощью интерактивного фонового изображения на экране QLED телевизора. Фото. Наслаждайтесь самыми дорогими моментами по-новому. Воспроизводите фотографии из личной коллекции вашего смартфона прямо на экране телевизора. Раздел «Музыка». Добавьте музыкальный фон в атмосферу вашего дома. Включите воспроизведение музыки на телевизоре голосовой командой или подключите музыку к телевизору с вашего смартфона через Bluetooth. Система скрытых проводов. Сделайте три шага, чтобы спрятать все лишние провода. Шаг первый. Подключите провода. Шаг второй. Вставьте провода в кабельную канавку на задней панели телевизора. Шаг третий. Аккуратно пропустите провода внутри подставки телевизора. Никаких видимых проводов. Дизайн 360. Изящество минимализма. Эффективный минималистичный дизайн ТВ безупречно смотрится с любой стороны. Элегантный тонкий ТВ-корпус идеально дополнит интерьер вашей гостиной. Размеры телевизора. 123 см в ширину, 71 см в высоту. Толщина 5,4 см. Вес 17,2 кг. Цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. В комплекте предусмотрено крепление веса 200 на 200. Стандартные разъемы, которыми оснащен телевизор. 4 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, один разъем для локальной сети, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ, один слот CI плюс 1.4. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.
операционная система Tizen 4.0, интеллектуальная система управления Smart TV, быстрый, удобный и интеллектуальный способ управления Smart TV. Универсальный пульт DU, ваш персональный помощник, выполняет роль простого хаба, позволяющего управлять всеми устройствами. Больше контента, легче доступ. Никогда еще управление телевизором не было настолько удобным. SmartThings превращает телевизор в центр управления вашими устройствами, поддерживающими функцию «умный дом» от смартфонов до бытовой техники. Это дает вам возможность в реальном времени управлять и контролировать состоянием оборудования вашего умного дома. Приложение SmartThings App оснащено функциями универсального гида, пульта DU и панели управления. Универсальный пульт One Remote Control, которым легко управлять подключенными к телевизору устройствами с помощью одного универсального пульта DU. Этот пульт оснащен функцией автоматического определения источника сигнала, позволяющей автоматически активировать выбранное устройство или источник видеосигнала. Легко найти, легко использовать. Только один пульт DU. Smart Hub. Теперь все, что нужно, находится в одном месте. Весь разнообразный контент собран в одном месте на одном экране. Просто выбирайте фильмы от разных провайдеров и воспользуйтесь предпросмотром, не запуская приложение. Уведомления. Узнайте, что происходит в вашем доме прямо на экране вашего телевизора. Получайте уведомления на экран вашего телевизора об обновлениях ваших домашних IoT-совместимых устройств, напоминания от календаря и уведомления о загрузке вашего любимого контента. Наконец, вы можете получить эти уведомления на вашем смартфоне. Синхронизация и обмен контентом. Воспользуйтесь преимуществами облачного сервиса Samsung Cloud. Для синхронизации фотоснимков необходимо подключить к облачному сервису смарт-устройство Samsung. Теперь после синхронизации телефона с облачным сервисом вы сможете просматривать фото со смартфона на экране телевизора. Input lag при разрешении 1080p достигает 6,6 миллисекунды, а при разрешении экрана 4K до 15,2 миллисекунды. Выходная мощность 40 Вт, 2 по 10 Вт динамика и 1 по 20 Вт сабвуфер. Поддерживает Dolby Digital Plus и Multiroom Link. Звук можно передавать по Bluetooth. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. Урезали воспроизводимые кодеки, не воспроизводит форматы AVI. Ценник бы чутка пониже. Не оценил режим интеграции в интерьер и заставок в виде картины. Это все же на любителя. В игровом режиме отклик 15 миллисекунд. В играх с ПК через HDMI при разрешении 4К максимальная частота 60 Гц, 120 Гц только FHD. Включается по умолчанию на антенном входе или другом источнике. Если никакой источник не подключен, это немного раздражает. Режим HDR Plus вынесен в дополнительные настройки. И если он включен, другие режимы, а именно кино, стандартный, обычный, динамичный, выбрать невозможно. Нужно выключить там режим HDR Plus и только тогда вернуться обратно и выбрать один из режимов изображения. Совершенно ненужная прога SmartThings. Нужна, может, тем, у кого подключена куча устройств к телевизору или есть умный дом, у меня ни того, ни другого нет. На быстрых сценах есть размытые картинки. Просматривали фильмы с USB через телевизор. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам о положительных сторонах, которые частично пересекаются с отрицательным мнением. Давайте перейдем к хорошему. Естественная цветопередача, без намека на искусственное происхождение картинки. Документалку Full HD с масштабированием разрешения до 4К показывает так, что кажется, что в аквариум или окно смотришь. Отличное изображение. QHDR Elite, HDR10+, цветовой объем и Q-контраст. Smart TV работает вообще без замечаний, что очень радует. Очень хорошее изображение. Стабильность плавности воспроизведения 4К видео без передергиваний и зависаний. Отличный внешний вид без рамки. Классный пульт. Синхронизация устройств – замечательная функция. Звук объемный. Возможно, вы станете владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о телевизоре. Напомню, что подборку лучших цен на данную модель телевизора вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!